Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома, сегодня будем играть опять на Кристалликсе. У меня 42 тысячи блоков за кадром, я реально много накопал их, и это очень классно. Я копал, ребят, очень много земли, и сейчас немножечко перешел на камень. Спросите, зачем? Ну, чтобы в будущем, конечно же, апать кирки. Это не самое лучшее решение, вот реально сейчас фармиться на камне, количество блоков фармить на камне. Если был бы бустер X2, то, наверное, это было бы... Ну, полуразумное решение, потому ну, все-таки быстрее фармиться, конечно же, на земле в плане количества блоков. Но у меня алмазка есть, поэтому можем сейчас пойти на базу и поубивать там крыс, потому что, я думаю, меня, ну, не будут особо трогать, ну, в алмазке, ну, смысл просто, я не знаю, вот, трогают ли алмазку, я не знаю, мне кажется, это бессмысленно, что с них можно выбить, да ничего нельзя, в принципе. Поэтому мы можем, в принципе, сейчас пойти, ребята, и нафармить 8000 блоков на... Собственно говоря, на чем? На земле. Но это, конечно, долго. Это, конечно, блин, очень долго. Капец просто. Смотрите, какие красивые отражения. Вах. Четко. Так, мы эту тему тоже докапываем. Тут, кстати, намного больше ВПС, потому что тут карта меньше. На камне. Вот так. Можем эту тему тоже докопать. Онлайн 47, к сожалению, маленький стал. Не знаю из-за чего, не представляю, с чем это связано, но возможно с тем, что просто ребятки отъехали во всякие лагеря детские, знаете, в детсады там снова у них начали работать. Ну не знаю, причин может быть много на самом-то деле, ну ладно. Будем эту тему сейчас дораскапывать таким-то образом. Вот так вот. 42 600 у нас блоков. Хорошее число, мне кажется так. Но нам нужно очень много вскопать, ребята. Угля, железа, в общем, всего с этим связанного. Уголь, железо, золото. Вот прямо реально нужно эти вещи сейчас копать. Итак, теперь эту тему вскапываем. Так, 42 600, продаем нафиг, потому что надо все-таки пойти и... Так, слэш майн, так, у меня кошка кричит, ребята, надо ее успокоить. Так, что мы делаем? Мы бежим, в принципе, прямо таким вот образом с мечиком. Посмотрим, сколько нам нужно апать меч, апгрейд. Что там нужно? Нужно нам 3100 крыс, это очень много. Но можем, в принципе, фармить тут тоже землю, потому что, видите, тут никого особо нет. То есть пространство для фармления просто, не знаю, такое, которое нигде нет. Правда, тут очень круто фармить. Крысы побивают броню, им пофиг на алмазку, конечно же. Конечно, им пофиг на алмазку. Это очень тупо сделали, мне это не нравится. Нужно, конечно, перенастроить крыс, чтобы им было не пофиг на броню. Чтобы их урон высчитывался в зависимости от брони все-таки. Так будет намного справедливее, как я считаю. Давайте включим, кстати, людей, чтобы их видеть. Так, отлично, слили. Поедим. У нас мало хп. И можно дальше вскапывать эту тему. Таким вот образом легким. Так. Тут у нас приват, отлично. Идеально, я бы сказал. Так, всякие деревянные... Люди с деревянными мечами бегают. Это прикольно выглядит на самом деле. Ой, веселуха у них тут, а. Да, ну тут, думаю, в принципе, быстро фармить блоки реально здесь. Только почему-то тут никто не копает. Хотя возможность копать тут есть у всех. У кого есть подвал. А подвал сейчас несложно раздобыть. Очень даже несложно. Очень легко, я бы сказал. Кстати, мы сегодня разыграем, ребята, подвал. Один, как минимум. У нас очень мало людей в конкурсе участвует на самом деле. Потому что нужно было, ребят, ник написать и на YouTube, и в Дискорде. А так сделан только один человек, написал и там, и там. Вот, поэтому, ребятки, надо, собственно говоря. Будем. Он победитель, все. Я просто позову его, выдам ему призы, ребят, и все. И все будет четенько. Кирочку на шелку выдадим ему и подвал. Я думаю, это вполне достойная награда. Потому что он один такой оказался очень умный, который смог все условия выполнить. И они были простые. Написать свой ник в Дискорде и в комментариях. И только он выполнил все эти условия. Ну вот так. Вот так, ребята. Ну, видимо, другим просто это не нужно, вот и все. Потому что, мне кажется, у многих людей есть шелки, есть подвалы, и смысл им участвовать в конкурсе. Ну хотя могли бы по фану и поучаствовать. Но это ваш выбор, конечно же. Не знаю, насколько он правильный, но... Вот так, давайте поедим, кстати, чтобы у нас хп восстановилось.
Так, тему тоже вскопаем. Отлично. Ой, сила, нифига себе. То есть я могу теперь с одного удара убивать кожанчиков. Четко. Очень-очень четко. Так, раскапываем эту тему. Отлично. 43 тысячи блоков. И это число не такое уж и маленькое, я вам скажу. Это достойное число на самом-то деле. Ну, правда, 43 тысячи блоков. Это нормально. Это очень даже нормально. Конечно же, больше блоков намного сейчас нынешних топов, там по миллиону, да? Но какая разница все равно. Ну, миллион, да, слишком жестко. Я не представляю, сколько времени они копали эти блоки. Ну, представьте просто. Мне кажется, у них просто боты. Ну, потому что, правда, копать столько блоков, это же реально очень жестко. Это как? Это невозможно. Это как? Все, выпустил кошку наконец-то отсюда. Раскапываем всю эту тему. Так, отлично. Плюс земля, плюс блоки. Идеально, шикарно, шедевр просто, шедевр. Так, 43 200, ребят. Ой, смотрите, онлайн возвысился, то есть было 47, теперь 52, мне кажется, это нормальная сумма. Это нормальная сумма для онлайна. Раньше, конечно, было намного больше, помните, 80, но сейчас меньше, ну, в принципе, пофиг, ну и ладно. Ну, меньше и меньше. Нам тут дружнее тут будет все вместе, я считаю так, я реально так считаю. Кстати, еще раз поесть обязательно надо будет, еще раз поесть. Так, потому что голод как-то быстро тратится, когда ты копаешь так быстро землю. Видимо, тут сложность стоит высокая, правда. Потому что в противном случае голод бы не тратился так часто и восстанавливался бы гораздо быстрее. Мне так кажется. Я так считаю. Я нашел ключ, это прикольно. Это прикольно все-таки. Так, раскапываем эту тему. Так. Чётенько. Вот так вот. Эту табличку можно продать блоки. Мне кажется, у нас места и не хватит тонком. 4900 у нас сейчас. Я много потратил на брони. Денег очень много потратил на брони. Вот, поэтому, ну вот, что поделать, что поделать. Ну вот так. О, блин, крысы тут. Вот так вот сделали, слили ее. Так вот, дерутся лалочки всякие там, не знаю, что с ними не так, но они любят драться, видимо. Ну, видимо, они любят драться, ничего с этим не поделаешь. Ничего с этим не поделаешь. Так, закапываем эту тему, тут приват у нас. Слева не можем потом ничего вскопать и поедем обязательно. Надо поесть, мне кажется. Надо обязательно поесть будет. Че, они оба, два алмазника слились, их вещи подобрали, ёлки-палки. Там видите, кожанчик подобрал все вещи. Давайте-ка проверим, что там у нас такое. А, нет, они бегают просто за кожанчиками. А зачем? Странно. Странно, что они так делают. У меня просто меч фиговый, у меня как, ну не, хороший меч на самом деле, но просто я им долго довольно-таки буду пвпшить, ведь у него тоже такой же меч, скорее всего. То есть шансов, конечно, у него больше, потому что у него хп больше, левел выше и т.д. и т.п. То есть у него реально больше хп, и шансов на победу у него больше, поэтому я его, конечно, просто так бить не буду, зачем мне это делать. Мне нужно просто спокойно фармить блоки, и все. В принципе, больше делать ничего особого мне не нужно. Вот и все. Вот и все, ребят. Так, нужно опять. Блин, очень быстро тратится город. Это голод. Это, конечно, надоедает, но ничего с этим не поделаешь. Ничего с этим такого не поделаешь. Так, устал, да, блин, серьезно, что ли? Ладно, давайте встанем, напишем спаун и поспим на кровати. Только у нас это не получается сделать из-за крысы. Ждем, пока что мы тпхнемся на спауне. В это время, наверное, можно поесть, но этого делать, конечно же, пока что не буду. Мы на спауне, тут уже спокойно едим. Отправляемся к кровати и там спим. Все просто, все понятно и изи, как говорится. Я на 6 уровне, не такой у меня высокий уровень, как хотелось бы, конечно, но... Зато я в правой колонке, и это круто. Наверное, это очень круто. Вставаем на постель, нажимаем ПКМ, иначе оно нифига не работает, вообще никак, абсолютно. Все, изи. Едим.
И все, ребят, вот такая у нас не длинная серия, но немножко насыщенная, потому что блок мы покопали и показали то, что все-таки Алмазников, ну, атакует, я не знаю кого, видимо, он что-то там, ну, насадил реально другому Алмазнику, видели, нет, фиг его знает, но, в общем, меня не атаковали. В общем, спасибо за лайки, за комментарии и за ваши подписки. Всем удачи, пока-пока.